Привет, девочки! Я в кафешке, наконец-то выбралась в город. И никто меня не отвозил, не привозил, приехала сама. Думаю, надо погулять немножко, прогуляться. Сходила вот в магазинчик, купила себе новые леггинсы. Дома ходить, вот. Потому что у меня вообще, я человек же крупный, женщина крупная. Поэтому, конечно, ношу с удовольствием вот эти хлопчатобумажные леггинсы, черные, девочки, как правило, и одеваю длинную овертайль, да? Все, чтобы это было где-то вот почти до коленок, и тогда все смотрится вполне прилично, скажу я вам, девочки дорогие. Рада, что вырвалась из дома, потому что дома тоже сейчас не очень хорошая ситуация. Даже не знаю, говорить ли, упоминать ли, но, пожалуй, что буду на эту тему с вами разговаривать, потому что, а с кем мне еще разговаривать? Мой муж очень тяжело привыкает к нашему совместному каждодневному существованию. Просто коротко сейчас об этом, девочки. Вот. Ну, а впоследствии можно развить эту тему, потому что тема сложная, болезненная для многих. Для многих девочек нашего возраста, да, как я вот, уже было достаточно отзывов на одно из моих последних, предпоследних видео, где я упоминала вскользь о этой проблеме, девочки. Но это так, знаете, по краешку. А, собственно, собрались-то мы с вами ради чего? Не ради наших проблем с нашими мужчинами, да? А вот, вот ради чего. Ради этой нашей красоты, девочки. Сегодня пришли оба аромата, о которых я вам говорила. Мисс Диор Оригинале. Соточка, как вы видите. И вот смотрите, какая коробочка в лапочках в этих, да? Все понятно тут. Вот смотрите, где она издана была. 33 Авеню Гош. То есть... Вы понимаете, где издаются диоровские ароматы, настоящие диоровские ароматы. Вот такая куколка пришла. И пришла, вот смотрите, моя Коко Шанель туалетной водички. У меня не было в туалетной, у меня есть только в парфюме. А вот интересно, где издают Коко Шанель? Так, Шанель. Ну да, made in France, тут все понятно. А еще что? И здесь стоит Париж, Нью-Йорк и Лондон. И еще стоит адрес, смотрите, индекс, и потом стоит Нойли-Су-Сейн. Это адрес французского изготовителя. То есть во Франции однозначно, девочки, изготовлена моя Коко. Там, где ей и место быть. Вот вы видите два великолепных бренда. А теперь скажите, какого здесь еще не хватает? На раз, два, три. А я вам скажу. Герлен. Конечно же, Герлен не хватает. Но из Герлен я ничего не заказывала. Поэтому одной рукой не знаю, можно ли открыть. Хотелось бы, конечно, взглянуть. Девочки, сейчас я попытаюсь. Здесь люди ходят и выходят. Понимаете, кафешка, суббота. Все сидят. Но, на мое счастье, здесь рядом как раз мое любимое место, девочки, было не занято. А я страшно люблю сидеть возле окна. Очень люблю. Вот видите, вот это. Вот это все. Не показываю больше, потому что там люди сидят. И как-то немножко, знаете, неловко вроде бы, да? Вроде бы неловко. Я не знаю, девочки, слышите ли вы меня? Положу пока вот в этот пакет. И давайте посмотрим. Ну что ты, моя незапятнанная. Вот и я там, девчоночки. Видите меня? Улыбаюсь я. Привет, девочки. Ты моя незапятнанная куколка, моя красавица. Видите, как блестит она. Ну, давайте скроем так ее и посмотрим на сам флакончик. Я очень надеюсь, что он тот же, который мне нужен. Итак, у нас эмблема Шанель. О, да, девочки. Но тут я вам скажу, карабушка.
Но тут я вам скажу, карабуська. Вот она, карабуська. Вот я вот так ее возьму осторожненько, зеркальную мою, эбонитовую мою. Вот она я, девчонки. Ой, ты ж моя красоточка. Вы знаете, я испытываю желание просто вот поцеловать ее макушку. Будете смеяться надо мной, наверное, но так вот оно и есть. Она светло-розовенькая такая еще. Большая, девочки, очень большая бутылка. Прям вот полностью, вы видите, да, вот с мою ладошку. Очень большая. Ну, в общем, понятно. Ой, запахло, девочки, запахло. Таким очень тонким, каким-то нежным повеяло. Да, красотка. Вот, и смотрите, пульвик куда повернут. Вы заметили? Вот это лицевая, да? Пульвик, видите, куда повернут? Он повернут на обратную сторону. Очень часто у ароматов Шанель и вот вообще у дорогих брендов новый пульвик повернут или в обратную вот сторону, или как-то в бок, но не вперед, не на лицевую. Это я уже давно замечала, но сейчас мы его поставим в правильную позицию. Ну так нам кажется, да? И вот знаете, девочки, я не знаю, замечали ли вы подобное, да, вот что вот насчет пульвика, что вот эта черненькая, да, сама исходная, где выход идет жидкости, да, вот она повернута сначала назад. Не знаю, имеет ли это какое-то значение, не имеет. Ну, один раз брызну, девочки, себе на руках. Все, повеяло. Повеяло весной. Девчонки, метелям отбой. Все, метелям отбой, повеяло весной. Красота. Все. Все, теперь буду всех смущать. Где бы я ни была, что бы я ни делала, от меня будет исходить замечательный аромат Коко. Коко Шанель. Самый громкий аромат, самый такой заявляющий о себе. Первый аромат, сделанный для большим, для Шанели женский, да? Ну что, отставляем его, да, в стороночку. И давайте посмотрим теперь на мисс Диор, девочки. Попьем кофейку. Как у меня тут? Что-то я тут запуталась, подзапуталась. Так, ладно, как бы не было. Попьем сейчас секундочку кофейку. Мой капучинчик. Капучино. Капучино. Ну что, приступим, девочки, да? Ну, тут у нас мы видим сразу. Эй, голубок. Смотрите, какой красивый. Обычный вообще-то. Но для меня он красавчик. Угостить мне его, правда, нечем. Но там у соседей осталось очень много крошек, и он голодным точно не останется. Ко мне пошел. Ну нету, смотрит на меня. Нет у меня ничего для тебя, кроме парфюмов. Так, мы уже посмотрели, где издавался аромат. Издается. И увидели, что нам все там нравится. О, смотрите. Вот туда эту красоту причепурить. Куда-нибудь. Вот. Давайте откроем. Открывается очень туго, очень твердый. Как и у Шанель был, так и это фолье, фольга вот эта, да, блестящая, целлофан. Очень туго открывается. Ну, мы справились. И с одной ручкой мы справились. Так, девчонки, извините за эти паузы, да? Я очень хочу пить. Поэтому я время от времени прикладываюсь к своему капучино. Ой, девочки, какой приятный. Вот эти рифленые гусиные лапочки. Давайте открывать. Чего тянуть? Скажи, Наташа, не тяни кота за хвост. Открывай. Открывай.
Ах ты моя куколка. Ах ты мой красавчик. Ой, девочки, всем желаю таких же приятностей, таких же радостей для себя. Как говорится, сама себя порадовала, да? Сама себя и порадовала. Ну что же, мои куколки, вот он. Бесподобной красоты аромат. У меня уже очень темный, вы видели остаток мой, прям коньячный, прям такой настоявшийся. А этот, как вы видите, очень красивого, стекло матовое, бесподобной красоты, ностальгический флакон. В большой версии просто потрясающий. Он вообще во всех версиях хорош, я имею в виду объем. Но в большой версии, ну это просто, знаете, вот держишь его в руке, и ощущение богатства. Ощущение, что ты вот держишь в руке сокровище, девочки. А вот тут пульвик, нами как, впереди, видите, да? Смотрите. А вот у Диора пульвик сразу впереди. Все для милых дам, понимаете? Никаких перевертышей. Наносить я не буду, я его слышу, я его знаю. Вот. Вот видим, да, все вот это. Ой, девочки, прекрасно. На этом все, мои хорошие. Всем желаю хороших выходных. Пусть жизнь вас радует, девочки. Мы это все заслужили. Сколько всего было переработано, переделано. Скольких людей мы, во-первых, вырастили, позаботились о них, помогли им в жизни, кого-то обрадовали улыбкой своей, поддержкой. Спасибо вам, мои хорошие. Пусть и вас эта жизнь радует и радует и радует, девочки. Пока. Пишите мне ваши комменты, ваши мысли.